В заключительной игре 11-го сезона ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любители 40+» на льду спортивного стадиона «Победа» в Биробиджане встретились команды «Арсенал» и «Альтаир». Игра закончилась счетом 5-2 в пользу оружейников. В этом сезоне была очень напряженная борьба на протяжении всего сезона. Долго и упорно мы шли к победе. Значит, сыграли 5 кругов из 4 команд, провели 15 встреч, по 15 встреч каждая из команд провела. Сезон был очень интересный, насыщенный играми. По итогам турнира хоккейная команда «Арсенал» набрала 22 очка, «Альтаир» – 21. Третье место у «Октана», одержавшего 7 побед в 15 играх и заработавшего 17 очков. Призеры отмечены медалями и кубками от Федерации хоккея области. Индивидуальные награды были вручены лучшим игрокам турнира. В этом году мы завоевали в очередной раз бронзу. Но, опять же, эта бронза для нас очень много значит, потому что команды показали достаточно конкурентную, плотную борьбу. То есть шайбы шли буквально одна в одну, вот, борьба всегда была очень напряженная. В дивизионе «Лига надежды» победу, причем досрочно, завоевал «Феникс» из поселка Николаевка. Далее с большим гандикапом завершил сезон биробиджанский стройсервис. Тройку призеров замкнул «Тавгай». Вопрос об участии команд из ЯО в финале ночной хоккейной лиги будет рассмотрен в ближайшее время. Андрей Кирюшин, Алена Шот, Денис Листюхин, Новости 21.